Сейчас я покажу вам, как вяжется рифовый узел. Он практически такой же, как прямой, только с самосбросом. Смотрите, вяжем узел с левой стороны, веревка у нас внизу, правой вверху. Вяжем узел. Второй узел, когда мы вяжем, у нас с левой стороны веревка, теперь сверху. Мы вяжем этот узел, но просовываем в петлю не всю веревку, а просто петлю. Вот таким вот образом. Вот. Мы просовываем петлю. Затягиваем все это дело. Затянули. И у нас получается рифовый узел. Он такой же, как прямой. Вот. Только мы можем его сбросить, потянув за вот этот вот конец. Мы сбросили, и он развязался. Это рифовый узел.